Добро пожаловать в землю тайн и мощи, где среди густых джунглей прячется самая грандиозная сила природы. Здесь, в одном из уголков нашей планеты, обитает создание, которое вызывает трепет у каждого, кто ступает на его территорию. Подготовьтесь встретить Гаура, безупречного символа величия и могущества. Гаур – это не просто бык, это олицетворение силы и древности, существующее в гармонии с окружающим миром уже много веков. Его мощь может покорить даже самых смелых и отважных исследователей. Кто же этот загадочный гигант и что делает его самым крупным и величественным среди всех быков? Об этом мы и расскажем в сегодняшнем выпуске. На первый взгляд кажется, будто этот бык всю жизнь на стероидах. Однако, спешу вас удивить, но гаур от природы такой большой и мускулистый. В холке этот гигант достигает 2,5 метров, а длина тела более 3 метров. Все его тело говорит о том, что связываться с ним – это последнее, что вы захотели бы. И все это оправдано. Ведь гауры обладают внушительными данными, превосходя размерами даже североамериканских бизонов. И именно гаур является крупнейшим быком на планете. Но гаур не настолько тяжелый, как бизон. Он больше предпочитает мышечную массу. Вы только посмотрите на этого гиганта. У быка просматривается буквально каждая мышца. И уже по этим признакам можно отличить гаура от остальных быков. Вот еще несколько фактов про гаура. Рога этого гиганта могут достигать до 100 сантиметров. Также у него есть кожаная складка на шее и довольно стройные ноги для такого крупного тела. Гауры обитают в странах Юго-Восточной и Центральной Азии. Ареал обитания гаура охватывает весь Пакистан, Индию, Бангладеш, Мьянму, Камбоджу, Южный Вьетнам и Малайзию. А именно, выбирают гауры не густые лиственные леса, а питаются они обычной травой. Да, вы не расслышали, основную часть рациона этих качков составляет трава, и пасутся они всегда рядом с водопоем. Как вы все знаете, такие животные, как быки, любят грязь, ведь слой жидкой грязи сохнет медленнее, чем мокрая шкура, что продлевает охлаждающий эффект от таких процедур. К тому же грязь лучше очищает кожу от паразитов, чем вода. Но вот гауры даже здесь отличились от остальных быков. Дело в том, что гауры не валяются в грязи, а едят ее. Ведь там содержатся соли и другие минералы, необходимые организму этих бычков. Смотря на этих монстров, можно подумать, как же люди управляются с такими гигантами. Однако и здесь есть выход. Знакомьтесь, гаял – домашний подвид гаура. Это тот же гаур, только в разы меньше, а главное его преимущество – это более спокойный характер. Интересно то, что гаур не настолько агрессивный, как африканский буйвол или бизон, но и бык никак не уступает в бесстрашии своим родственникам. Бычок может спокойно заходить в деревню к людям и чувствовать себя как дома, и ведь ничего не сделаешь такому монстру. И даже несмотря на свои габариты, они легко могут перепрыгивать препятствия почти со свой рост. И зная, на что он способен, местные жители всегда держатся подальше от быка, ведь одним своим движением головы он легко может запустить человека в космос. И особенно нужно быть осторожным с гауром с ноября по апрель, ведь у быков наступает период гона, когда они особенно злые. В это время они ходят по лесу в поисках противника и тренируют свои навыки почти на каждом попавшемся дереве. И когда такая махина находит соперника, то поединка не избежать, и быки начинают бой. Если посмотреть на рога более старых быков, то можно заметить, что конец одного рога заметно более стерт. Это происходит потому, что они атакуют не как остальные быки лоб в лоб, а всегда пытаются нанести боковой удар рогами. И вы только посмотрите, как он поднял своего соперника в буквальном смысле. А вживую это, наверное, выглядит как битва титанов. И даже объезжать их на машине нужно очень осторожно, ведь бычок в любой момент может пойти в атаку. Сложно представить, что он может сделать с человеком, если с машиной он творит такое.
Живут, кстати, гауры стадами. Стадо это небольшое и не превышает 10-15 особей. И управляет таким стадом, как правило, самая старая и опытная корова. И, соответственно, она же отвечает за безопасность и место для питания. И в ее подчинении обычно находятся 2-3 молодых самца и самки с телятами. А вот взрослые сильные самцы часто держатся поодиночке. И на первый взгляд может показаться, что так менее безопасно, однако врагов у них не так уж и много, ведь никто не станет лезть к таким быкам с внушительными габаритами. Гаур может даже замахнуться на носорога. В реальной битве, конечно, у него немного шансов, но вот из-за активных атак носорог предпочел отступить. Посмотрите, насколько близко подошел этот леопард. Он буквально дышит в спину гауру, однако же атаковать он не решился. И правильно сделал. Ведь бычок-то легко мог смертельно ранить хищника, и игра не стоила бы свеч. Единственным серьезным врагом гаура является тигр. Но и здесь размер играет значение. Если это будет большой взрослый гаур, то тигр вряд ли будет нападать. Но и занижать тигра тоже не следует, ведь он суперохотник и может удачно ухватиться за шею, и тогда уже хищник не отпустит. Гауры считаются животными, находящимися под угрозой. Из-за охоты на них и заражения болезнями популяция гаура сильно сократилась. Сегодня в дикой природе живут около 20 тысяч гауров. Рассеяны они по разным ограниченным территориям. Развитие численности гаура в разных странах весьма различаются. Допустим, в Индии популяции с 90-х годов смогли несколько увеличиться и составляют на сегодня 90% всех гауров в мире. В странах же Юго-Восточной Азии ситуация намного хуже. А нам же остается надеяться, что в скором будущем популяции этих быков ничего не будет угрожать. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Пишите в комментариях, если узнали что-то новое. Не забываем ставить лайк. Пока!